понедельник на юге Кузбасса будет облачно, местами пройдет небольшой снег. В Прокопьевске ночью 20-22 градуса мороза, днем минус 7-минус 9. В Осинниках ночью минус 18-минус 20, днем 8-10 градусов ниже 0. В Мысках ночью 21-23 градуса мороза, днем минус 6-минус 8. В Междуреченске ночью минус 21-минус 23, днем 6-8 градусов ниже 0. В Шерегеше ночью минус 15-минус 17, днем минус 7-минус 9. В Новокузнецке 15 марта ожидается переменная облачность, температура ночью минус 20-минус 22, днем минус 6-минус 8, ветер юго-западный.